Как только вы закончили редактировать свое видео и убедились, что оно короче 10 минут, размером меньше, чем 1 гигабайт и в нужном формате, вы можете его загрузить. Первым делом зайдите в свой YouTube аккаунт. Нажмите кнопку «Добавить видео» в верхнем правом углу любой страницы YouTube. Найдите свой урок и начните его загружать. Дайте название своему творению. Опишите его. Не забудьте о тегах. Это и будут ключевые слова, по которым пользователи смогут вас найти. Затем выберите категорию для своего видео, которая наиболее подходит его описанию. Лучше всего будет поместить его в раздел «Образование». И, наконец, убедитесь в том, что к вашему видео есть доступ у всех, кому будет интересно его посмотреть. Для этого в настройках «Конфиденциальность» выберите «Поделитесь своим видео со всем миром». Наберитесь терпения. Загрузка видео может занять от 1 минуты до 1 часа.